замечание, что нужно соблюдать закон, я считаю, что правильно. То есть вы отказываетесь выступить с докладом? Я еще раз сказал, Лариса Анатольевна, я всегда готов ответить на ваши вопросы, но просто... Давайте вопросы задавать. Я еще раз формулирую очень четко поставленный вопрос. Вы отказываетесь сделать доклад по заявленному? Что значит отказываетесь, Лариса Анатольевна? Я задаю вопрос, вы по регламенту работы Думы мы должны получить письменный ответ, а уже письменный ответ обсуждать. Поэтому давайте все-таки соответствовать регламенту работы Думы. Игорь Владимирович мог воспользоваться правом и написать, что на этом заседании Думы... Константин Сергеевич, не воспользуйтесь этим. Можно я договорю? Воспользоваться правом и сообщить. Он получал повестки, видел, что вопрос стоит. И сообщить, что у него есть такое право. Я еще раз говорю, мы имеем право депутата задавать вопросы в любой форме. И на заседании, в том числе на заседании Думы, что часто пользуются все депутаты.